Одинцова в Одинцове. За эти годы округ стал родным для Татьяны Викторовны. Она приехала в Кубинку. Ее профессиональный путь на Одинцовской земле начинался в сфере образования. Юбилей рядом, самый близкий. Коллеги, друзья и соратники. Все, с кем связала ее судьба. Татьяна Викторовна никогда не остается равнодушной к человеческим проблемам, задачам. И самое главное, она действительно дарит людям радость. Татьяна Викторовна Одинцова – широкой души человек, настоящий профессионал, грамотный руководитель. Благодаря ей в округе реализованы многие социальные проекты. С 30 апреля 2019 года она возглавляет Совет депутатов Одинцовского округа. За этот период было проведено 32 заседания, принято 478 решений. С 2015 года по настоящее время Татьяна Викторовна возглавляет Оргкомитет по реализации социального проекта главы муниципалитета Андрея Иванова «Салют Победе». За большой личный вклад в развитие Одинцовского округа профессиональные знания своего дела неоднократно высоко оценивались инстанциями различных уровней. А многолетняя трудовая деятельность и высокий профессионализм Татьяны Викторовны были отмечены наградами Одинцовского округа и Московской области. Сегодня особенная дата. Такой прекрасный, жаркий, солнечный день. И я хочу сказать, что решением председателя Московской областной думы Татьяна Викторовна, у нас есть крайняя медаль, очень знак, очень важный. И я думаю, вот с Ниной Васильевной сейчас сидели, она сказала, это действительно очень достойно. За верность Подмосковью. 65 – это только начало. Впереди новые проекты, которые обязательно будут реализованы командой Татьяны Одинцовой. Мария Шматкова, Эмилия Аракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».